прошлом году розы посадила. Были вот такие вот, низкорослые, маленькие. Но после того, как я срезала, они вот такие с меня ростом и пучком здесь растут. Кто знает, как называются такие розы. И зимуют ли они вообще вот такой большой росток. И вот они все вот так вот после того, как отцвели, второй раз они вытягиваются. Красивые пучками. Вот. Гортензия нынче у меня лысая. Не знаю почему, может, не надо было, золы засыпала, а она любит кислую почву. В общем, так вот. Полулысая. Куст большой, а цветов нет. Вот еще роза. Красивая такая, мраморная какая-то. Ароматная. Сейчас покажу вам, перец на улице покраснел. После яблочного спаса все яблоки начали дружно падать от ветра. Здесь собираю томаты. Смотрите, какой перец. Этот перец, я уже говорила, был на выживание посажен, как аду. Смотрите, как покраснел. И он здесь не один. Вот еще. Еще. В общем, вот такой на выживание перец вырос. Классно. И это я вам хочу сказать, что у нас Сибирь. Вот такой вот красавец. Вот еще раз тут краснеет. Если фитофтора не зацепит. Пойду снимать красные помидоры. Вчера приехала. От партнера вот такие вот. Ой, они уже падают здесь. Уже валяется, падает. Вот такие. Краснеет на кусту. А вот это вот сибирский казак. Я его посеяла в теплице вместе рассадой на капусту. То есть 4 апреля посеяла и кинула семена. Думаю, дай попробую посею. Семена отлично взошли. Но они росли на улице и уже вот такие вот. Конечно, они могут не успеть здесь покраснеть. Но вот все равно. В начале апреля. Вот сколько их тут увешаны. Белокрылка здесь опять нынче одолела. Прям вообще везде. Хоть я и травила ее, все равно. Белокрылка. Она есть белокрылка. Я не знаю, как ее выводить. Осенью буду тепикой обрабатывать. Может, что-то и получится. Но навряд ли. В лес ходила и в лесу смотрю. Она бывает местами. С леса приходит, что ли. Фитофтора потихоньку дает о себе знать. Тут поспевает у меня физалис. Вот этот россыпь золотая, а вот этот, который крупноплодный. Вот вхожу, постепенно ее снимаю. Здесь падают они прям. Которые спелые, они падают. Вот. Они прям отваливаются. Буду искать рецепт, что с ними делать. С этим физалисом. Столько здесь пчел. Видимо, их привлекает запах этот. Мурзик от партнера плодоносит по сей день. Уже некогда снимать, переросли. Арбуз
встал на своем месте и больше не растет. Видимо, привет, говорит, ешь меня. Сегодня 25 августа. Кукурузу уже снимали, кушали. Такие дела. Хорошо, на улице прохладно. Слива краснеет. Ранетка какая-то нынче мелкая здесь у меня. В дичку, что ли, превращается. Ну, сладкая, вкусная. А это слива. Слива вкусная, красная. Ладно, всем хорошего дня, хороших выходных. Пошла помидоры снимать красные. Вот на улице они здесь в куче мангольда, редиса и капусты. Цикорий сюда посадила. Нынче отлично. Этот базилика столько зашло. А еще я хочу сказать. Сеяла я шалфей рассадой. Зачем, думаю, сеяла рассадой? Смотрите, как хорошо шалфей пушистик взошел. Но это какой-то другой шалфей. Написано овощной. Я не знаю вообще. Я хотела шалфей на чай. Оказывается, я просмотрела, на пачке написано овощной шалфей. Разве такое бывает? Овощной шалфей. Рядом мята цитрусовая. Редиска от партнера.